тогда мы отдадим на другую комнату, да? Угу. Ну, то есть, как бы, как сказать... Нечему получаться просто. Ну, как бы... Ну, главное, чтобы мы не в одиночку эти все объемы поднимали. Хорошо. Не по срокам скотчем и это сделаем. Всем привет! Приветствую вас на своем канале Мир Мистики. Вот гуляю по старому Минску. Приезжал по работе смотреть объект. Это в верхнем городе. Там нужно сделать школу английских языков. Косметику небольшую. Вот, посмотрел. Я там на видео снял, покажу вам. Посмотрите. Бюджет небольшой запланирован, то вбит туда. Но людям нужно сделать, обещал посчитать и скажу им вечером, буду работать с ними или нет. У них времени осталось 2 недели. Не так уже и много, потому что где-то середина августа начинается у них уже учеба. Вот так вот. Но я не знаю, сомневаюсь по поводу этого объекта, потому что, во-первых, там обычная косметика, много чего нужно оставить как есть. Вот, то есть как-то все запутано. Декоративное там покрытие будет у них на стене. Это с Романда сделан каму, кирпич такой старый. Вот, я это никогда не делал, но, наверное, сделать получится. Вот, стены там окрашены, их нужно снять краску, где-то поклеить фотообои, где-то под покрасочку. То есть такой каламбурчик. Посмотрим еще. Сомневаюсь я по поводу этого объекта. Но пообещал посчитать. Ну, посмотрим. Если согласятся на мою цену, то может быть и возьмусь. Тем более там есть что поснимать. Красивые места. Ну и все, что буду снимать, буду вам показывать. Так что смотрите меня. Я думаю, будет много чего интересного. А сейчас пока еще погуляю по городу. Кстати, было много в последнее время звонков по работе. Вот мне звонил человек, нужно будет сделать недалеко от меня комнату, подготовить стены под декоративную штукатурку, покрасить. Вот, то есть не покрасить, а подготовить, заштукатурить, зашпаклевать вместе с паутинкой. Я должен, то есть... Не должен, а пообещал, что завтра подъеду, посмотрю. Ну, я подъеду. Возьму с собой уровень, посмотрю стены. Вот, и буду там еще договариваться. Ну, и плюс еще звонок сегодня был. В микрорайоне Сухарева нужно посмотреть объект. Там комната. Кто-то начал, не закончил. Плюс балкон с нуля нужно сделать. Вот так вот. Все, работы вроде как бы звонков много. Сейчас... Середина лета, но таких нормальных объектов пока нету. Ну, посмотрим, время еще есть впереди. Хотелось бы, конечно, взять объект такой нормальный, чтобы взять и на месяца два его вести. Тут вокруг такая красота. Все дома старые, еще дореволюционные постройки. Кинотеатр «Победа», который еще после войны сразу построился. Наверное, даже немцы его и строили. Ну, сейчас еще прогуляюсь, погуляю чуть по городу, покажу вам еще красивые места у нас. Вот, в основном буду снимать старину. И потом поеду домой. Сегодня воскресенье, нужно еще отдохнуть. С понедельника начнется сразу осмотр нескольких объектов. И я так думаю, где-то со вторника, со среды начнем работать. Обратите внимание, какой барельеф советский остался. Это вот вывеска такая. Управление гидрометеослужбы БССР. Кстати, еще обратите внимание,
на мой новый значок. Он сейчас будет окончательный и постоянный. Вот. Все значки я убрал. Ну, в смысле, логотип канала. Они мне красные как-то не очень. Какой-то более он детский, а у меня канал мужской, серьезный. Так что поменял по цвет желтенький и такой будет темный. Мне кажется, смотрится гармонично. Можете оценить, нравится вам или не нравится. Я сейчас подошел к Немиге, прямо передо мной старая Первопавловская, Петропавловская крепость, или Екатерининская, вот, построена в 1620 или 30 году, вот в таком виде она сейчас перед нами предстает. Ну вот в этом виде она практически и была построена. Со временем она менялась, меняла название, меняла внешнюю форму. Вот, был у нее и купол. Сейчас вернули ей в советское еще время, в 60-х годах, вернули первозданный вид. Вот. А я сейчас пойду прогуляюсь. Тут рядом есть советский магазинчик в советском стиле. Там нормальные цены. Куплю себе покушать, а именно белорусских драников. Перекушу и поеду в парк Челюскинцев. Сейчас еще ближе подойду, покажу вам сам храм, Петропавловскую церковь. Посмотрите, как она выглядит. Короче, сходил я в магазин рублевский, вот, взял там 3 сосиски в тесте, за них я отдал 1.70 рубль, килограмм стоил 5 рублей 99 копеек, вот, и фанта 0,5, 500 грамм, ровесник, и все вместе, фанта и сосиски в тесте, мне обошлись 2 рубля 89 копеек. Вот. И этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы мне перекусить. Советую этот магазин, он находится прямо на Немиге. Вот. И цены там адекватные. Он прямо перед вами, впереди, за рекой, находится Троицкое предместье. Тоже красивое место. Когда-нибудь в следующий раз вам покажу. Вот. Эти все дома строились до революции. Ну, конечно, восстановлены.
Но как вам такое зрелище? Рыба плавает поверху. Я сразу удивился. Ничего себе, картина Репина. Но так кушаю этот бац, и рыбка плавает, как кораблик. Если его уже сажали вдвоем.
кости такие стройные. Ну. Я тут подумаю.